Здравствуйте, Сергей Кудренко, и мы продолжаем тему PHP для начинающих. Это у нас уже будет 41-й урок, и мы поговорим о передаче переменной по ссылке. Возьмем, создадим файл, сохранить как, назову его link.php. Так. Открываем PHP. Ну, представьте, что у нас есть, не представьте, а у нас есть переменная, в которой у нас мы положили какое-то число. Ну, пускай какое-то там. Так вот, мы можем сделать так, что у нас, например, переменная B станет. Сделаем копию переменной A. Переменной A. И в этом случае, если мы посмотрим, что у нас в B, у нас там будет 56. Ну, давайте посмотрим. Эхо. И выведем переменная B. Так, я перехожу на сайт. Перегружаю. Здесь должен появиться линк. Итак, у нас появился в переменной B 56. Но можно еще сделать и по-другому. Можно передать по ссылке. То есть из B у нас теперь не является как бы самостоятельной переменной. Это ярлык, это ярлык на переменную A. Это иногда надо для того, чтобы увеличить производительность, не создавать много переменных. Не городить большое количество переменных, возможно создание просто ссылки на переменную. Иногда это бывает важно. Если мы сейчас посмотрим на, то ничего не изменилось, хотя B это уже не переменная, это в ней находится путь ссылка на переменную A. Ну, так как мы занимаемся сейчас в настоящий момент функциями, то давайте посмотрим, как это может быть реализовано в функции. Итак, я напишу здесь эхо, для того, чтобы отделить. BR. Так, и давайте создадим функцию. Пишем function. Function. Например, функция. И здесь мы создаем создаем тело функции. Сюда мы помещаем ссылку, переменная val, например, значение. Здесь мы ее выводим. Пишем echo переменная val. Итак, функция должна нас вывести переменную val. Давайте мы создадим, выведем ее тремя разными способами. Ну, например, echo, функция foo, и здесь мы, например, передаем какую-нибудь строку. Это известный уже нам способ. Я отделяю, чтобы было перенос на новую строку. Второй способ – это задание переменной. Ну, например, мы создаем переменную name. Она у нас будет равна, например, Серж. Ну, опять же, Серж. Пускай будет так. И теперь выводим функцию. Пишем эхо. Эхо. Функция. Фу. Точка запятой. И здесь пишем переменная name. Это еще один вариант. Я копирую перенос на новую строку. Переношу сюда.
И еще один вариант. Мы можем передать все это по ссылке. То есть еще один вариант. Эхо, переменная функция foo. И здесь мы ставим вот так вот. Ampersand, переменная name. Если мы посмотрим в браузере, то все три вывода состоятся. Итак, Serge, Serge, Serge. Ну, в чем, например, отличие? Почему, например, такой вариант может быть? Дело в том, что в этом случае мы из нашей переменной делаем глобальную. То есть мы уже знаем там способы с помощью ключевого слова global сделать функции переменной глобальной или в globals массив поместить непосредственно. А это еще один способ сделать переменную глобальной. Но давайте посмотрим. Значит, если я сейчас, например, переменную val и присвою какое-то другое значение, ну, например, ник, и посмотрим, что у нас вот здесь вот в переменной name. Я сюда перенесу еще br. Выведем переменную name, эхо. Перегрузим, посмотрим и вы увидите, что мы переписали переменную, то есть она из функции. То есть функции переменную, которую мы передали как ссылку, она является глобальной. И не локальной, не в рамках одной функции, а она становится глобальной и может быть переписана, что я сейчас и продемонстрировал. По ссылке можно передать и вот таким способом. Вот здесь вот поставить. Но в этом случае первый вариант не подходит. Первый вариант, где мы непосредственно строкой функции передаем значение, нам выдаст ошибку. Давайте посмотрим. Итак, fatal error. Только переменная может быть передана по ссылке. Так и пишет на 11 строчке. Значит, если мы комментируем вот это вот запись, эту запись, и опять перегружаем, то увидите, что у нас все появилось. То есть таким образом мы по ссылке смогли передать две переменные, переменную foo и переменную смогли передать переменную по ссылке. Итак, Сергей Кудренко специально для своего сайта Кудренко.инфо.